группе «Грибы» окончательно растаял лед. И теперь их точно никто не найдет. Печальная новость для всех фанатов. Проект закрывается. На недавнем концерте в Одессе солист группы сделал неожиданное заявление о том, что концерт последний в этом городе, и «Грибы» прекращают свою деятельность. Выходит, что осенний тур группы станет заключительным. В него войдут около 5 концертов и небольшое турне по Европе. На этом конец. Решение коллектива вызывает недоумение. Ну чего им не хватало? Ведь такому грандиозному успеху мог позавидовать даже самый топовый артист. Нашумевший клип «Между нами тает лед» за 5 месяцев набрал 122 миллиона просмотров и до сих пор не теряет популярности. А чего стоят сотни пародий с миллионными просмотрами, толпы фанатов и большие перспективы? Но все это не остановило распад грибов.